я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый дикий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Ну, теперь пешком мы идем по мосту, потому что мы катались 50 минут. Проехали по куску Москвы. Бегом-бегом. Ой, какие красивые здания тут, офигенные. Просто обалденные виды тут сверху. С этой стороны Кремль. Сколько людей на мосту? Очень много. Прям кищат. Машины стоят. Мы катались на пароходе, как года два назад здесь садились. И до Сити буквально плавали. А Москва вот так река Москва извивается. То есть такое расстояние вроде небольшое. Столько поворотиков было. Какой красивый все-таки у нас Кремль, стена такая, прям вот мощная. Сколько бываем в разных городах, естественно, везде такие маленькие Кремли, и наш вот этот вот московский Кремль, самый крутой, самый большой. Что-то Красная площадь, смотрю, не перекрыта, а тоже пропускная система. Может, какие концерты будут, то Серега что-то снимает. Здорово. И башни Кремля, и Сити одновременно. Ой, погода сегодня самото гуляльная. Сколько людей на самокатах, прямо семьями. Здорово. Стоим еще как бы снизу, оно так все в кучку. Да, то, что сегодня солнышка нет, может быть, фотки темные. Ну, несмотря на погоду, народу гуляет много. Автобусные туры в таких одеждочках смешных. Ой, как хорошо, что сделали этот парк до заряди. Боже мой, какие у нее губы надутые. Боже, на утку похоже. Мама моя родная. Она думает, что она красивая. Фух, а ты думал, кто говорит? Вот он говорит. Белый автобус на парковке. Красная площадь, сердце нашей Родины. Кусок плитки сперки. Ой, здесь так ноги можно сломать, плитка давай старая. Спердим. Хорошо, что мы на каблуках идем. Спердим кусок. Спердим, где ты будешь эту плитку держать? На даче? Какой красивый все-таки собор, да? Буду держать ее в этом, со стеклом. Это праздник будет. Иван Грозный. Да-да. Какая она кривая. Ты заметил, здесь вообще кривая на спуске. Здесь проходят парады. Видимо, они здесь выезжают. Да, вот полосочки даже разрисованы. Ага. Ой, и трава между плиткой. Ну, ямка на ямке вообще. Если пьяный будешь тут идти, тут ноги можно сломать. Поставили первозванную площадь. Да. Почему нет? Ну да. Это коза. Ой, что-то я не обратила внимания, но Серега сказал, говорит, видишь вот эти штуки, между которыми мы прошли? Это чтобы на Красную площадь не заехала техника. А потом, когда надо, чтобы был сквозной проезд, эти штуки опускаются вниз. Секьюрити. А в соборе застеклены окна, вот эти вот нижние. Надо же. Ну, чтобы не продувало, видимо. Ой, народу сегодня, ух.
14 июля 2023 года. Мы гуляем по Красной площади. Группы туристов, все фотографируются, садятся даже на площадь. Вон кто-то выставляет камеру, чтобы себя с семьей сфоткать. Мы пофоткались, мы пошли дальше. Бумкнуть часы? О, через 2 минуты, Сереж. Бумкнуть. Давай подохнем немножко. Послушаем, пойдем. Все? 4 часа. Пойдем. Каждый раз сюда приезжаешь, кажется, что много народу. Но мне кажется, сегодня вообще много народу. Потому что, слава богу, нету никаких здесь коней. Да, да. Ледниковых точно, периодов. Точно. Мы были как-то зимой, это 3 года назад было. Здесь каток был. По площади нет было места гулять. То приезжали какие-то кони были, то какой-то праздник, все загорожено. А сейчас впервые видим просто Красную площадь. С людьми. Давно такого не было. Это свадьбу фотографируют. Фотосессия на Красной площади. Ой, как интересно. Ну, это же китайцы или кто? У них такая мода. Как красиво вообще. Здорово. Вот люди снимаются на Красной площади, да, им, ну, не то, что не стыдно, неудобно, им удобно, им нравится. Прикольно, да? Их снимают фотографы. Такие прикольные. Ой, она внизу в штанах. Так здорово. Так классно. Такие маленькие, значит, там лопочет на своем языке. Такие прикольные. Ну, пошли дальше. Гулять сегодня классно. Так, я Серегу потеряла. Ау, ау, Серега, ау! И тучи, который раз мы приезжаем, как Сереж сказал, то дождь, то снег, то метель, и небо над Красной площадью, вообще над Москвой такое темное, и не поснимаешь вот купола, которые на солнце могли бы золотиться, то есть как-то как прочноватенько, да? Но одно радует, хоть дождя нету, и мы можем просто погулять.
все фотографируются, мы даже нормальных фоток не сделали. Серега куда-то бежит, бежит, бежит. Я говорю, мне не нравится фотография, надо переснять, а он все равно бежит. Я его опять потеряла и опять догоняю. Такая башня красивая и флаг. Музей Ленина. В Ильича. А у них там лестница наверх, или что? Не знаю. Там кошки, но там же никто не знаю. Ну здесь музей. Вообще не помню. Вообще не знаю. Какой красивый вход, Сереж. Подержи, я сейчас сниму. Мне вот, вот именно вот эту архитектуру, одну фотку сделаю. Мне что, так и держать? Я тут. Да. Уже я не буду так держать. Ну подержи, у меня тоже ж рука болит снимать. Знаешь, как болит? Болит, болит. Красиво. Пойдем дальше. Кремлевский выбор. А, мороженки что ли, да? Слушай, никогда не разглядывала. И посмотри, как это красиво, да? Сейчас здесь такой вид, тоже все фоткаются. О, подожди, сфоткай меня вот так вот. Здорово, здание, ничего там нет. В музее там Ленина. Нет, там ничего там нет. Кепку его, что ли? Не знаю. Здесь ярмарка продукции какой-то. Республика Карелия, Сахалинская область. Это Манежная площадь, если что. Я надеюсь, вам понравилась прогулка вместе с нами по Красной площади и этому кусочку центра Москвы. Может, кто-то из вас там никогда не был, или кто-то был очень давно. И летом гулять по Красной площади – это совершенно другие ощущения, нежели зимой. А особенно, когда ты попадаешь на какие-то праздники, фестивали, концерты, как, например, вы увидите в следующем видео, я показала несколько минуточек вот этого гастрофестиваля «Вкусы России», где можно было и купить продукцию с разных регионов России, а также и попробовать. А в предыдущих видео мы гуляли по Москве, катались на метро, катались на самокатах, поэтому загляните, если вам интересно. И большое спасибо, что вы смотрите мои видео, путешествуйте вместе с нами. Поэтому мы идем гулять дальше, а вам желаю всего хорошего. Спасибо за внимание. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я под окно загрущу, под снегом я фиал подыщу и вспомню о Москве.